И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну что ж, вон, как издалека видно этот мост за забор. Обалдеть. Ой, холодно как. Давай, давай, давай. Топай, топай. Там, правда, у меня все потухло, ну, что сделаешь. Ничего не поделаешь. Надо разгружаться. Курица, наверное, уже и выросла, блин, за это время. Так что у меня тут грибы, да? А грибы я куда сложил? Вот в этот холодильник. Так, а чё они тут у меня? Там 59, там... Ладно. Так, это выложи. Отлично. Курочка, ты тут уже какого? А, ты уже все, да? И все яйца пропали. Нет, одно осталось. Ну, хоть одно. Пошли. А стой, зараза. Иди твою налево, дурака, блин. Она дичала. Стой! Я тебя даром, что ли, выкармлю? С 10 уровня. Стой, хитро одноместная. А ну стой. Вот так вот. Еще удумала, блин. Это можно подкинуть чуть поближе. Таким образом. Давай, иди пока в будке посиди. Подумай о своем поведении. Так, сейчас мы его телепортнем. Так, я там оставлял, что-то такое было. Там ветки, шметки, короче, всякая ерунда. Так, яйцо есть, яйца нет. Ничего здесь червяков этих оставил. Что-то мне там надо было, я их оставил здесь. Можно курице будет отдать. Мне нафига мне столько этих стаков. Так, и поджигай, Абдулла. Разгрузись. Так, давай, 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 давай. Где что еще? Это сюда. Это вот сюда. Черные кристаллы где-нибудь вот здесь. А вот это где-нибудь вот тут. Во. Блин, ни хрена себе, сколько у меня всего. Хлама разного. Так, патроны были здесь когда-то. Уже их нет. Мина тоже сюда же. Так, это не здесь живет. А почему у меня здесь две штуки этих? Разве я не три брал? Ладно. Неважно. Шесть бутылок, три двери. Минус. Можно сделать так вот же. Еще окно не закрыл. Так, все. Поджигай. Ну вот и хорошо. Так, это сюда пойдет на следующее погружение. Блин, был же там. Выложишь этот? Нет. Не выложил. Так, а что у нас по огородам, кстати? В ноль. Вода. Все. И все остальное. Ты тут сварилась? Сварилась. На тебе. Так, пепелок возьмем и бутылку воды. Ну вот. Так, ну у тебя есть, ну на тебе еще. О, хватит. Лишнее не надо тратить. Я сейчас воду не накапливаю, так что на тебе вот еще. Будем ждать, пока все вырастут. Потому что вот эта вот грядка, я так и не смогу сейчас перестать из-за зимы. Поэтому приходится терпеть. О, тут выросло, да? Так, почти. Приемлемо. Почти полная. Ты там налил, не? Нет, конечно. Промахнулся. Так, ой, здесь тоже. Минус. Ну.
Так, это тебе подлили, подлили. Лучок, картошка, это все, походу, тоже. Ну, конечно. Надеюсь, даже три фляги пойдет. Надо воду расходовать, потому что у меня ее много. Очень много. Да и пепла тоже немало. Так. И на тебе. О, уже пепел кончается. Тебя подсыпал, подсыпал, а вот тебе нет. Удивительно, как это все зимой растет. Если он еще добавит, что надо... типа в холоде оно не растет. Надо будет теплицу делать. Блин, какая погода началась. Хреновая. Так, я пипл хотел еще взять. Или вот это вот давай возьми. А это верни на место. Вот и расти. Так, что у нас есть? Много чего есть, кстати говоря. Ты так и не вырос, что ли? А не, вырос, показалось, что вроде нет. Ну что, елочка, идь, а ну, гори. Это надо будет вечером сделать. Так, все, закрывай дверь. Холодно. Очень холодно. Так, патроны. Гвозди. Шестерни. Вот, и пошли мотоцикл вызывать. Заодно и посмотрим. Так, слышь ты? Иди сюда. Не жри мои эти вот харчи. Точнее говоря, не мои, а будущих жильцов. Это твои преемницы. Так, слышь ты, собака, пошли давай. Сумка есть. А я не пожрал, да? Ой, ей надо бежать. Потому что стамина просто улетает в никуда. На тебе. По загоривку. Так что ты? Голову там свою опускаешь. Ох, красавчик. Жирненький, и кожа есть. И еще и печень дал. Молодец. Так, печень сюда. Что мне там пойдет? В смысле, говорит, не хочет? Ну, потерпи, значит. Так, давай тогда. Вот это, вот это. Это пожарим. А что сгнило? Не знаю, не важно. Возможно, я что-то провтыкал. Я уже не помню. Я снимаю редко. Так, куда ты это ложишь? Он тут никогда не лежал, оно тут лежало всегда. Так, мне надо еще продолжать дальше делать заборчики. Так что давай, вот это, заодно и гвозди потратим, и вот это. Не заборчик, а лестницу вниз сделать, вот что. Раз, два, три, на все, короче. Ничего там считать. Все как-то резко кончилось. И гвозди я потратил. Так, давай, наверное, еще веревок себе закажем. На все, на весь так. Давай, 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 давай. О, чудненько. Так, и вот это вот. Выложи. Стоп, подожди, вот это. Печень у меня есть? Есть. Тогда давай сделаем себе лекарство. Руки, кстати, надо помыть. Упс. Так, это на место верни. Пока не испортилось. Так, и вот это тоже верни на место. Вот, хорошо, пускай делается. Ух. Так, может, все-таки съешь? О. А то не хочу, не буду. Ты где вообще шастал? Чудо ты носатая. Пошли давай.
Да ладно тебе там. Ну ползи, ползи его. По носу получишь? Получишь? Давай поднимай нос. Не выдумывай там ничего. Тебе это все равно не поможет. О, еще печень. Не тот холодильник. Жир. Кожа. Нет, оставь. Вот этот возьми. Так вот. Пить хочет? Хочет, конечно. Так, тут же говоришь, что-то переплавилось. Во, давай. Ай, давай, давай. Вот черные кристаллы, давай. Так, руки ты так и нифига не помыл, да? Молодец. О, все, пошли поставим эти штуки. Погодка прям идеальная для этого, конечно. А потом вернусь и уже сделаем, вернем себе квадроцикл. Заодно и посмотрим. Я там какие-то вещи оставлял. Доски, какие-то веревки. Вот и лось убегает. Так. Зайчишка. Такая массивная конструкция, ее издалека видно. Блин, я там сейчас сдохну, замерзну, в смысле. Побежали, нечего делать. Надо опускаться на ту территорию, чтобы там погонять. Так. Мы уже почти за забором. Почти. А вот теперь уже за забором. Так, разворот, поворот. Чтоб так можно было, да? В реальной жизни делать. В воздухе все висит. Стройся себе. Дерево порубил. Класс, шмац. Готовый дом. Да ладно, может я еще смогу опуститься вниз? Такое ощущение, что мы сможем опуститься вниз. Потому что уже прям совсем недалеко осталось. Я еще, наверное, ищу личность. Только не падай. Чуть не навернулся. Ну, если будет лишнее, ничего страшного. Куда-нибудь поставлю. Или шире сделаю въезд. Потому что довольно-таки узкое это место на самом деле. Тут бы вообще в два ряда таких делать. Да, я уже опустился, можно так сказать. Ну вот, все. Мы уже официально на той стороне. Так, еще две штучки осталось. Лепись. Ты же не... Че ты не лепишься? Разве сбоку не лепится? Блин. Это надо прям первый четко выставить, чтобы прям шло в один в один. Не знаю, смогу ли. Так, ровно сделать. Ну, блин, вроде получилось. Пока вроде бы чутенько идет. Отлично. Хотя вот щель, по-моему, не появляется. Он вроде одинаково. Ну, вот тут... Ладно. Хотя вот наверху будет, конечно, небольшой перепад по высоту. Блин. Ладно, неважно. Побежали отсюда. Оп. Офигеть, какая длиннющая лестница. Сколько же там высота? По-моему, там больше 100, короче, вверх этажей, а дальше уже все.
Дальше персонаж погибает. Не из-за того, что холодно. Это что там холодно, там вообще, я уже молчу, там 400 с чем-то градусов ниже нуля. Безумная просто цифра. Которая не существует в природе, ну ладно. Че он там, бежит, не бежит? Бежит. Только не слышу, чтобы он сказал гав. Бежит, бежит. Ага. Иди сюда. Да чтоб ты был здоров. Остановись. Ну бей давай. Хватит грызть решетку. Верни-ка ружье на место, блин. Так, ну да, бегал-бегал, в итоге снег, я так хрен, один хрен и не набрал. Молодец. Тогда ладно, тогда поставим мясо, пускай жарится. Вот это вот, эти жир. На генератор уже давно молчат, ё-моё. Я и забыл за них. Что тут у нас? Курица сготовилась, отлично. Сюда ее. Так, металл, вот-вот. Точнее говоря, кристаллы. 22 штуки, ну неплохо. Так, все, телепортируем наше транспортное средство. Помыть руки и забрать металл. А. Блин, здесь пройти нельзя, хорошая ловушка. Интересно, лос на ней застрянет или нет? И будет ли он бить, или просто тыкнется носом, тоже надо будет как-то проверить, впихнуть их в землю. Если это вообще реально, вон еще морковка. Я все никак не нажму, чтобы дойти до телепорта этого. Давай, пошли домой. Семечку дали. О, блин, я не выложил этот. Это там, кто там? Бог, что ли? Нет. Или да? Да как, неважно. Возьми дерево. У меня досок вообще не осталось. И снег. А то я пока бубнел, уже и забыл. Так, тут домик пустой, надо курицу взять. Так, ну давай. Телепортим. 1198 метров. О! Так, можно узнать расстояние. А он у нас находится... Он на том озере. Вот он стоит. Так, карта, значит, не такая уже широкая. Где-то километра два. Ну, вот если вот от забора до забора, где-то по диагонали, вот так вот. Где-то около двух километров, плюс-минус, там метр 700, хотел сказать. Километр 700, может быть, или где-то около того, или 800. Ну, давай. Все на месте. Спасибо. Заправим тебя. 10 единичек. Так, надо работать над этим. Топлива, можно сказать, уже и нету. Это нехорошо. Ой, вроде распогодилось. Плюс-минус. Так. Пойдет на... В переработчик пойдет. Так, это сюда. Кристаллы сюда. Металл давай. Вот это. Вот это. А это вот сюда. Шиповничек. Ну, нормалек. Так, на тебе. Не-не-не, давай еще мясо сожжем. Еще раз сожжем мясо. Я вообще хотел приготовить, но получилось, что я его спалил. Ты взял жир? Взял 50 штучек. У нас массы полно. Здесь нормально все. Так, вода добывается, точнее говоря, металл. Вот. Водичка еще есть тут, ладно.
Ветрогенераторы работают. Так, биотопливо. Не-не-не, мне нужна картошка и вода. Ага. Картошка и вода. Чтобы делать самогоночку. А, так у меня есть 3 штучки. Ну-ка. Что там, говоришь, надо для верстака? Точнее говоря, для производства топлива. Да ничего. Просто немножко электричества, немножко алкашки. О, вообще уже прям распогодилось. Пошли посмотрим, сколько там дает температуру. Ой, в смысле, электричество, панельки солнечные. Так, 89. Сейчас освещение процентов. Тучки мешают. 0,08. Турбинки, понятное дело, уже ничего не дают. А, нет, смотри, 0,01 дают. Нормально. А там, случайно, нет ничего? Там часто ящики падают. Покушали. Так, и, значит, алкашку. Мне нужно, сколько там, картофель? Короче, берем верстак. Картофель-то там, блин, он даже не собирается расти еще. Это только половина. Чуть-чуть, а, кстати, здесь одинаково. 55. Да. 55. 55. Вот, так тут все выросло. Из 40, да? 55. Ну, вот, ничего не поделаешь. Это... Так, все прям выросло, да? Все-все-все. О, отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Ага, заносим. Так, что там у нас? Скрепетилась вода? Во. Картофан. Пошли. Буль-буль. Так, картошку на место. Она довольно-таки быстро. Полосочка ползет, он портится. Так, и мотоцикл надо убрать с площадки, потому что если далеко уйдешь случайно вдруг, он упадет и начнет разрушаться. Возможно, даже уничтожится полностью. О, это сюда. Еще куча. Еще вот это. На очереди. Так, еще я хотел еще делать. Ага, буду все скипятиться, еще алкашку заказать. Опа, волчок. Эй, кс-кс-кс-кс. Кис-кис-кис, дурик, пошли, жир нужен. А у тебя там кореш есть еще, да? О, тут не один кореш. Подожди, я там же видел вроде как ноги. Или это тень так хитро прогуляла? А нет, не хитро. И не тень. Ну да, тень только от волка. Так, на всякий случай... Палку-ковырялку. А, не, как я ее называл раньше? Уравнитель, во. Давай-давай, бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Ну, там, ну, отлично, троица. Три у тюленей. Давайте на эту сторону. На этой стороне еще я их вас не опробовал. Ждем только тебя. Нос не опускаем. Да блин. Ну так-то лучше. О, как хорошо улеглись. А может, вы не пойдете на прививку? А может и нет. Блин, эти вот метки чертовые. Их зарисовывать потом надо убирать.
Ладно, что-нибудь другое пойдет. Че такой, блин, не сочный? И не мясной. Так, вот, тут уже лучше дело обстоит. И доходяга, блин. Ой, кто-то врезался носом. Так, холодос. Не-не-не, надо поставить, пускай жарится мясо. У нас готовой еды вообще нет. Ну, кроме, в смысле, жареной. Простой еды нет. А цело совсем что хотел делать? А, точно. Картошку. Картошка кончилась. Поменяй местами. Вот так вот. По-моему, руки. Орел. Такой промелькнуло. Так, все, турбины ничего не дают. Орел пролетел. Да ладно. Мясо жарится. О, мне сумочку принесли, спасибо. Курицу надо, кстати, пойти поймать. Ну вот. Так, блин. Промахнулся. Цыпа. Цыпа-цыпа. Там мясо жарится. Сейчас еще раз спалю мясо. О. Цыпа-цыпа. Стой, 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 стой. Стой, говорю. Стой. Да иди твой налево. Стой! Раз, два. Вот так-то лучше. Побежали домой. Мясо уже, блин, спалишь все. Если уже не спалил. Ну, положим, для переработчика много, как говорится, не бывает. Массы. Так, на, гуляй. Там тебе вроде еда была, сейчас проверим. Еще что-то как-то не особо не посмотрел. Успел. Холодос. Кстати, каждый волк дал по этому. По коже. Обычно они такого не дают. Так, а руку я так и не помыл. Так, что у нас тут? Ну так вот, все, я думаю, тебе хватит. Это очень и очень надолго. Почти. Ты что меня пугаешь? До конца жизни его хватит. Не понял. Понял. Слышь, олень, танцор. А ну давай я тебя погоню сейчас. Может, ты в забор упрешься. Надо только подальше обойти. Подальше обойти и погнать ее, чтобы он уперся носом прямо в мою эту вот, в оградку. Я думаю, это сработает. Блин, надо еще дальше. Угол другой его перенаправить, а то он побежит черти куда. Давай, 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 давай. Блин, ты смотри, он отошел еще больше, что ли? Ты, блин, не двигайся там. Стой на месте. Тюлень, олень. Так, вот так. Ну? Давай, прямо в дом беги. Да куда ж ты, твой... О-о, давай-давай. Так, блин, ну... Еще отбегай. В сторону, в сторону, в сторону. Надо погнать его прямо туда. Давай. Беги. О! Ага. Ну-ка. Ручной. Олежка, давай я на тебя покатаюсь. Серьезно, на него запрыгнуть нельзя. Слишком... Ты ж... Насколько ты в высоту блоков, блин, а? Дружок. Ты посмотри, невозможно. Может, ты пойдешь на превью? Ты прям хорошо? Я даже свет включу, подожди.
Бери лампочку. Надо хоть за мимикой его понаблюдать. А то обычно не видишь ничего. Хвостик подвижный, ушки подвижные. Прикольный. Так, вот так и пойдешь на превью его. Хвостик подними. Я даже трогать его не буду. Вот так огородить его будет. Ну да, просто после перезахода в игру он пропадет, к сожалению. Так не работает. Так, вода вскипела. Металл плавится. Ну вот, тут немножко появилось у меня хоть чего-то. Так, во. На тебе. Так, две бутылки самогонки есть. Давай. Так, куда ты лезешь? Кто-то верстак его поставил. Ну да ладно. Жира, говоришь, не хватает. Ты смотри. О, еще алкашня. Сколько у нас энергии? Что-то она как-то не очень, чтобы очень набиралась. Она, кстати, тратится. А почему? Внутри холодильника две бурилки. Самогонка варится. Ну, самогонка варится, она ж один раз забирает энергию, и все. Блин, надо вторую гирю. Лампочка. А мы выключим лампочку. Ты смотри, все равно минус уходит. Дело не в лампочке, дело в второй генератор надо подключать. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.